Баня-фест, монтаж. Одни из первых, кто смонтировал свой стенд, ну и еще до сих пор монтируют, компания Ferrum. Мое почтение. Давайте пройдемся по стенду, он очень интересный. И узнаем, что здесь будет. Судя по всему, здесь будут шахматы. Потому что здесь стенд черно-белый или бело-черный. Как обычно, на вопросы, касаемо, что же здесь будет, ответит самый ведущий специалист из двух ведущих. Кто хочет быть из вас самым ведущим и рассказать, что здесь будет? Мы можем каждый рассказать, но у нас концепция такая. То есть в мире сочетание наиболее известное и лучшее – это белое с черным. Поэтому вот эта вот шахматная тема – это однозначно классика противостояния белого и черного. Но здесь не противостояние, а наоборот кооперация. Поэтому вся наша выставка, наш стенд – это вот бело-черное. Монохромная тема. Все известные, конечно, наши дымоходы под брендом, торговой маркой Ferrum и Craft здесь представлены, выставлены в этой тематике цветовой. Поиграть в шахматы можно будет на деньги или за бесплатно? Будет кто-то из Ferrum противостоять гостям? Эх, Анатолий, Анатолий, какая душа. Но мы здесь, конечно же, все это бесплатно. Вот. Мы не играем ни на деньги, но и не запрещаем это делать. Пожалуйста, приходите, играйте, выигрывайте. Записываться надо заранее? Или вот прям можно вот прийти на Баня-фест, проходишь? Ой, а можно с вами в шахматульке сыграть на интерес? Нет, записываться, конечно же, не нужно. Мы всегда открыты. Давайте же тогда посмотрим, какие шахматные фигуры придуманы. Я не шахматист, я шахматы, ребята, ненавижу, потому что я всегда в них проигрываю. Я люблю Heroes of Might and Magic 3. Вот такая вот фигура. Это, которая по прямой ходит тудым-сюдым. Пешки роскошные. Роскошные пешки. Вот эта штука ходит буквой Г, вот это ходит по диагоналям, и кто-то из них король, а кто-то королевна. И то же самое белого цвета. Фигуры практически ростовые. Я первый раз вижу такой дизайн и такую концепцию. И я сразу же понимаю, что те, кто занимается кейтерингом, занимается различными увеселительными мероприятиями на природе, захотят получить себе вот такой вот набор за деньги. И сейчас мы спросим второго ведущего специалиста, который занят делом отвлекать отдел. Это моя работа. Скажите, пожалуйста, можно будет прикупить себе такой набор? Наверное, все-таки нет. Это экспозиция. Я поправлю. Это все делается из тех же дымоходных элементов. Можете, пожалуйста, сделать сами. Да? Можно, в принципе, купить набор тех же дымоходных элементов и составить. Это не составит труда. А покрасить так шикарно, как красит Ferrum, что даже не облезает при высоких температурах. А это мы делаем уже, естественно, можно заказать. Это мы сделаем. Любой каприз за ваши деньги. Это, ребята, Ferrum. Не только дымоходы, но и игры для умных. Сделали для себя, сделают и для тебя. Ссылка, где купить, снизу. Звоните по горячей линии и требуйте шахматный набор от Ferrum. Wow.